16 по 22 октября на территории Карачаева-Черкесии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Представители автоинспекции и Ространснадзора проверяют как состояние транспортных средств общего пользования, имеющихся у водителей документацию, так и соблюдение перевозчиками трудового графика. На одном из рейдов побывал наш корреспондент Артур Мхце. Проверки, которые никому не нужны. Такого мнения придерживаются многие водители, наблюдавшие за рейдовым мероприятием автоинспекторов и представителей транснадзора в местах отправки и прибытия общественного транспорта. Но давайте взглянем на это с другой стороны. Перевозку пассажиров осуществляет кто хочет, без какой-либо разрешительной документации, под воздействием алкоголя или наркотиков, на разваливающейся на ходу колымаге и не соблюдая правила дорожного движения. Такое, увы, нередко можно встретить среди таксистов или бомбил, где скачанное приложение уже служит пропуском в мир пассажироперевозок. Но сейчас не о них. Водитель маршрутного транспорта отвечает за жизни многих людей, а потому тщательный подход к проверке каждого просто необходим. За нарушения, которые несут в себе угрозу, да, причинения вреда жизни и здоровью там, пассажиров, предусмотрена административная ответственность. Нарушения, которые не несут такой угрозы, проводятся профилактические мероприятия, то есть не карательные, а профилактика. В соответствии с изменениями законодательства по 248 федеральному закону о госконтроле у нас предусматриваются профилактические мероприятия, профвизиты, выдача предостережений. Главная цель надзорных ведомств – не наказание, а профилактика, то есть предупреждение людям быть более бдительными, серьезнее относиться к существующим требованиям. Стабилизировать обстановку в сфере безопасности дорожного движения, минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий можно лишь с помощью периодических встреч, бесед с водителями и руководителями автотранспортных предприятий. К примеру, скажем, если это нарушение режима труда и отдыха, то есть водитель может устать, да, здесь уже штрафные санкции, административная ответственность. А если, ну, грубо скажем, какой-то документ он забыл, который, да, ну, отсутствие его не несет за собой таких тяжких последствий. Здесь уже такие профилактические мероприятия проходят. Здесь все нормально? В основном, да, на тех неисправность. Да, все нормально. Болты на месте, резины новые. На что обращайте внимание при проверке? На тех неисправность транспортного средства и на документацию, наличие водительских прав, страховки, диагностической карты, это то есть о прохождении технического осмотра вовремя. Какие наиболее часто встречающиеся нарушения у водителей? В основном вот есть технические неисправности. Резина разная. Данные профилактические мероприятия важны в связи с тем, что новых машин мало. А за старыми машинами надо ухаживать, смотреть. И зачастую, да, бывает, что такие попадаются, что не смотрят, не ухаживают за машинами. Некоторые водители все же поддерживают проведение проверок. Они считают, что это необходимо хотя бы в качестве напоминания. Ведь любой человек может по забывчивости что-то упустить. Однако перевозчик, отправляясь по маршруту, несет ответственность не только за себя, но и за десятки тех, кто ему доверился. Что должно быть у водителя? У водителя все должно быть. Все документации, страховка пассажиров, маршрутная карта, техосмотр, страховка машины. Если кому-то плохо стало, наверняка и табличка должна быть. Плохо стало, а табличка, это есть медицинские эти, но там препаратов нет вот сейчас. То есть в нынешнем стандартном наборе аптечки практически нет ничего из того, что может пригодиться в экстренном случае. Водитель сетует, что все необходимое приходится докупать отдельно. В остальном же, считает перевозчик, проверки помогают держать себя в тонусе, заранее позаботиться как о документации, так и о техническом состоянии транспортных средств. Серия рейдовых мероприятий «Перевозчик» проходит на территории всей Карачаево-Черкесии с 16 по 22 октября. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.